Трагедия произошла вечером 12 августа. 80-летняя жительница Рязани находилась в квартире со своим внуком. Он распивал спиртные напитки. На бытовой почве между бабушкой и внуком произошел конфликт, во время которого мужчина нанес ей один удар ножом в грудь. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте. В ходе проведенного осмотра места происшествия с участием следователя-криминалиста отдела криминалистики Следственного управления обнаружены и изъяты криминалистические объекты, в том числе следы и орудие преступления, имеющее важное доказательное значение по уголовному делу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Внука задержали, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».